Друзья, всем привет! Был участником ретрита с 31 по 5 апреля. Он проходил буквально недавно в ЛОО со Светланой Лавровой. Путь к автономии, я бы его так назвал. Почему я туда поехал? Ну, потому что условия не позволяют заниматься неедением и подобными практиками в повседневных условиях. Стройки и дела, они выбивают из колеи. А тут специальные условия, все было создано для меня, что называется. Вот, 4 дня сухих. Я считаю, для меня это такое определенное достижение. Вот. Качественный вход, то есть с чистым кишечником, почти качественный выход. Вот. И это здорово. То, что я хотел, у меня получилось создать качественный образ неедения, уточнить все моменты, как лучше входить, как лучше выходить, чтобы не навредить своему телу, чтобы не было каких-то нездоровых последствий, чтобы все было ладно. Вот. Мне очень понравилась группа, очень собранный такой сильный народ собрался. Было идти вместе легко, комфортно, приятно. Света, как ведущая, просто бесподобна. С ней хорошо, мне нравится, что она, у нее все по-честному, все по-доброму, как-то так бережно она очень ко всем. Вот. Ну что еще сказать? Если честно, как будто оказалась в другой реальности, все то же самое, все, как-то оно по-другому. Я сейчас только понимаю, что было вроде бы как бы ничего особенного, а при этом, такая глубина, такая внутренняя тишина, возможность увидеть какие-то внутренние, скрытые, области сознания, что ли, как это назвать. Посмотреть на себя глубже. Вот. Очень понравилось. Интересную штуку для себя зацепил. Что до 10 часов лучше не есть. С утра, если. А вообще самое интересное, что я понял, что вообще без еды можно жить. И это такое хорошее наблюдение, качественное. Вот. Все, всем добра.